Тетя Суна посоветовала хорошего кондитера. Я посмотрела на сайте, у него правда очень красивые торты. Если хочешь, мы с тобой вместе посмотрим, выберешь. Потому что нужно заказывать за неделю раньше. Я думала, что отец приготовит, как и всегда. Но это ведь не как обычно, дочка. Это твое 18-летие, дочка. К тому же в этой семье впервые празднуется 18 лет. Я хочу, чтобы было что-то огромное. Конечно, если ты тоже хочешь. Мама. Думаю, может, я не буду праздновать свой день рождения, когда вы с папой в ссоре. Дочка, когда ты видела, чтобы мы с папой были в обиде? Не видела. И дальше тоже не увидишь. Скажем так, получил разрешение у жены на выходной. То есть, вашими словами, тусуется с друзьями. Кстати говоря, как у тебя любовные дела? Дела, состояние. Что это такое? Мама, я не знаю, каково это. Иногда я словно летаю в небе, иногда меня бьет о землю. Что это, любовное состояние? Ну, судя по моему опыту, описанное такое. Это она. Иногда будто хочу его придушить, иногда будто умру без него. Все еще она. Хочешь сказать, все срастется? Вынуждена. Это точно Ханде. Давай, ты иди. Отдохни немного, здесь уже нечего делать, остальное я все сделаю. Мама, скажу кое-что. Элиф была очень расстроена. Да, я понимаю. Я поговорю с ней, обсужу. Ты не переживай. Ты, мама, это твоя обязанность. Конечно же, уладишь. То, что я выросла, я понимаю, когда смотрю на Элиф, мама, не на себя. Она больше не ребенок. Либо включи полный свет и хорошо посмотри, либо прекрати копошиться, ты нервируешь меня, не могу уснуть. Что ты несешь? Не особо ты и не по-жениховски. Это же какой-то слишком авираж. Авираж? Ты откуда такие слова? Ты будешь вести себя как сестра или хочешь моего мнения? Выкладывай. Минуточку, минуточку. Ты когда видела это кольцо? Или ты в моей сумке ковырялась? Чего мне ковыряться в твоей сумке, я только увидела. А то есть ты по одному кольцу можешь дать оценку человеку за 10 секунд? Не за 10 секунд, а за 2. К тому же ты говоришь с человеком, который может найти любой пост в интернете. Уж попрошу. Да, ты права. Я забыла, с кем разговариваю. Что «э»? Ну, в смысле, что не так уже ценит. Это как происходит? Например, он не купил бриллиантовое кольцо. Ну-ка, имени тоже не записал. Имени обязательно. Он взял его, чтобы дело не доходило до главного, она на пальце светила. С твоей этой точки зрения, имени обязательно. А ты на этом зациклилась и будешь повторять до утра? Да. Если в течение 10 секунд не уснешь, я буду повторять это до утра. 9, 8, 7, 6. Имени обязательно. 5. Ладно, Элиф, прекращай, ладно. 4, 3. Ложись. 2. Вредина, спи давай. Имени обязательно. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.